общая эпидемиологическая ситуация в нашей республике. Здравствуйте. Сегодня на 5 июня у нас зарегистрированных случаев 2380. За прошедшие сутки 72 случая зарегистрированных. Из них максимальное количество – это опять город Якутск, 64 случая. Три случая – это Намский и Алданский район, и два случая – это город Мирный. Всего у нас проходит стационарное лечение и амбулаторное свыше 1000 пациентов. Максимальное количество, конечно, это город Якутск. К сожалению, сегодня зарегистрировано 12 случаев подтвержденных коронавирусной инфекцией у умерших пациентов. Значит, наибольшее количество у нас сегодня поступлений, в том числе и по деткам. Сегодня они уже составляют порядка 40%. Нас радует, конечно, что они являются бессимптомными, но тем не менее они являются, я еще раз подчеркиваю, это источником переноса инфекции. За прошедшие сутки выписалось всего 100 человек из наших стационаров. В целом, значит, продолжаются все противоэпидемические мероприятия, которые направлены на снижение распространения новой коронавирусной инфекции. Спасибо. Спасибо большое.